Я Юлия, как вас зовут? Оксана, о чем ваш сон? У меня было 3 повторяющихся сна с похожим содержанием. Я оказывалась во дворе многоэтажных домов, где выросла, и искала какое-то помещение и выход, где мне надо было его найти. Там люди какие-то были. И тут я оказываюсь на парапете 9 этажа и понимаю, что я вот вышла с этого окна, типа двери, и мне надо до этой двери, до следующей дойти. Но там внизу обрыв страшный, я сажусь на парапет и сижу. Тут с окна выходит мужчина, переступает меня, и ищет, ну как это он так легко. Я говорю, мужчина, ну вы хоть мне веревку принесите, чтобы я добралась. Он говорит, хорошо, и уходит. И я в ужасе думаю, как же он так легко прошел, а я не могу сдвинуться с места. Поворачиваю голову туда, откуда я вышла, и смотрю, там уже не первый, а совсем низко. Думаю, так я спрыгну. Я спрыгиваю, выхожу, и смотрю, мужчина уже идет с веревкой, я говорю, спасибо, мне уже не надо. И второй сон был аналогичным содержанием. То же самое было? Ну, почти, только там были лестницы. Я спускалась по лестнице, мне надо было добраться к людям. Там метро, какой-то огромный город. Я спускаюсь, смотрю, а лестница обрывается. Я не по той лестнице пошла, вот по соседней надо было идти, которая нужна. И я вот перелазю на ту лестницу и вот спускаюсь. И третий раз был такой третий, же третий, да, похожий сон. А, если можно, мы покороче. Угу. Вас этот сон до сих пор волнует? Ну, как-то так, да. Да, она говорит. Вы же там спасаетесь везде. Ну, вот я спасаюсь, но я все равно не нахожу туда, куда я шла. Зайти, а я спрыгнула. Угу. То есть для вас, что для вас в этой ситуации тревожное? Что я не нашла то, что искала, выхода. Там помещение, выхода, вот я вот... Выхода получается, нет. Вроде как я, да, ничего страшного нету. В третьем сне вообще в слезах проснулась. А действие этого сна когда происходит? В какое время? Дня, ночи, года? Какая погода? Днем, утром, это днем, ночью? Это днем. Все днем. При свете дня? При свете дня. Вам не холодно? Не холодно, нет. То есть во что вы одеты? Не помню. Не помните. Итак, у нас есть несколько... Мы попробуем выделить... Основные. Для меня очевидно, что этот сон не является вещью. Он не предупреждает о какой-либо опасности, потому что наш клиент спасся. Если бы там были какие-то драматические обстоятельства, то можно было бы смотреть. Он описывает определенную какую-то ситуацию, до которой мы можем, по идее, докопаться, если у нас будет для этого достаточно времени и сил. Ну, сейчас мы, конечно, не докопаемся, но кое-что для Оксаны посмотрим. Посмотрим мы следующее. Мы вытащим карту, которая будет говорить о вас. То есть о вас в том моменте, пожалуй, не вот о вас, которая вы сейчас, и не о вас, которая была вы тогда, когда вам снился этот сон, а о некоем вашем базовом состоянии, которое вызывает постоянно этот сон к жизни. Первое. Теперь образы. Образ первый – лестница, по которой вы там как-то путешествуете. Лестница. Что означает лестница? Что значит обрыв? Ну, обрыв там, да, вот, то да, место. Высота. Высота. Угу. А, мужчина. Не случайно приходит мужчина, причем приходит как сначала тревожный для вас элемент, а потом как помощник. Кто он? Ну, насколько значима эта фигура? Теперь у нас есть в этом сне две вещи. У нас есть тупик и выход. Что более значимо в вашей жизни? Вы понимаете, что я сейчас делаю? Я пытаюсь понять, это уже позиции реальной жизни. Для меня это позиция реальной жизни. Позиция. Актуален ли этот сон или насколько он актуален? На сегодня. Может быть, вот он уже прошел, является проходным. Вытаскивайте еще карту. Отлично. Записываем позиции. Сама Оксана. Рыцарь Пентаклей. Человек. С цыпочкой в руках едет этот рыцарь. В общем-то, человек, возможно, тормозящий в чем-то. Человек трудолюбивый, человек долго. Это про вас? Теперь, что у нас там было? У нас была лестница. Это была у нас карта отшельник. Второе был обрыв. Королева Пентаклей. Обрыв, но это как некие опасности для нее. То, чего она боится. Королева Пентаклей. Третья карта. Мужчина. Тут все хорошо. Девятка кубков. Теперь у нас тупик и выход. Да. Тупик император. Выход туз Пентаклей. Очень интересно. Хорошо, и ответ.
десятка пентаклей. А, я бы сказала, что этот сон в десятке пентаклей, он актуален, и он нуждается в том, чтобы быть материализованным. А, я позволю себе без психоанализа коротенечко и со вкусом это дело прочесть. Без обид. Значит, лестница, отшельник. Как вы заметили, здесь достаточно приличное количество пентаклей. Здесь у нас есть две фигурные карты. Рыцарь пентаклей и королева пентаклей. А также у нас есть туз пентаклей и десятка пентаклей. Значит, вся эта песня у нас на тему пентаклей. Наш клиент, мы ее уже идентифицировали. Первая карта была как карта, связанная с пентаклями. Я бы сказала, что она очень боится застрять в каких-то материальных вопросах. Для нее обрыв. Королева пентаклей. То есть вот остаться, застрять, вот, выход у нее опять-таки туз пентаклей. То есть вроде бы в материальном мире человек прекрасно справляется. Лестница, по которой она бродит, это лестница одиночества. Мужчина, которого она ждет, это тот, который ее спасет, он ей принесет веревку. И даже тогда, когда она сбежит с этой лестницы самостоятельно, он все равно ей встретится. Тупик для нее, император. Вы не замужем? Замужем. Замужем. Муж тупик. Муж тупик. Ну вот этот вариант тоже, когда все материально хорошо, но вот ты упираешься в какие-то именно материальные вопросы, костные, которые не дают тебе тех чувств, которые ты ищешь. Девушка ищет чувства. Любви, ну какой-то порыва, заботы, внимания, вот, чего-то хорошего. Ну, в общем, ну что, мы желаем вам счастья. Спасибо. А, работать с мужем, если это возможно. Я всегда советую работать с тем, что есть уже. И если он на данный момент не может вам дать тех чувств, которые вам нужны, поискать, где вы их можете взять. Потому что эти чувства не обязательно через романтику конкретных отношений с конкретным мужчиной. Вы видите, тут кто сидит? Прямо какой-то Франкенштейн, весь зелененький он сидит, вот, привязанный золотой цепью здесь. Вот такая история. Отношений с картами, в том числе и толкование снов, должна состоять в том, что мы не лезем к картам Таро в тех вопросах, на которые у нас ответы есть без них. Я недавно рассталась с любимым человеком, и это повторяющаяся история, потому что мы встретились через 22 года, это отец моего ребенка. Пришлось расстаться из-за того, что умерла его дочь, и, ну, приемная дочь, да, и нужно там заниматься семьей. Вот, и мне приснился сон буквально через 3 дня после того, как мы расстались. Мне снится сон, стоит он и стоит мужчина, который был до него. Очень молодой, и мы тоже, ну, мы расстались уже давным-давно. И самое интересное, я, ну вот моя душа рвется к моему бывшему мужу, и я стою, плачу. И я все-таки поворачиваюсь к этому мужчине, к другому, да, вот, к молодому. И тут кто-то стреляет ему, моему мужу, в грудь в этот момент. Я не вижу, кто стреляет. Кто-то стреляет в грудь, и я кладу руки, и, ну, поворачиваюсь обратно, кладу руки, и, ну, как целитель, да, как целитель исцеляю, я вижу, как... прекращается идти кровь и прекращается вообще. Ну, то есть, вы его исцеляете. Я его исцеляю и все равно опять поворачиваюсь к другому мужчине и иду к другому. Ну, в общем, какая-то такая история. Я понимаю, как психолог примерно происходит, но там что-то более глубокое. Вы... как давно был этот сон? Месяц назад. Месяц. Какие на данный момент у вас отношения с этим человеком? Вы расстались? Мы расстались, вашим мужем, да, и не общаетесь? Нет, не общаемся. Давайте у нас будете вы, вот, вы у нас будете свечой, вы как вы как целительница отдельно, и вы как женщина. Для меня в этом раскладе важно понять, как, кому ей снится этот сон. Да, у него инфаркт, кстати, был. У него, кстати, был инфаркт после этого сна. Человек не знает, о чем сон. Нет, я знаю, но там еще что-то есть. Еще что-то. Mm-hmm. Хорошо. То есть мы уже в процессе беседы открыли что-то. Да. Что этот сон был вещий, некоторым образом. Что он был глубокий. Теперь
ваш бывший муж, то есть тот человек, которого вы лечили, тот, который был ранен, в каком он был состоянии в тот момент? И нас интересует, что с ним сейчас, потому что сон вещи, значит, как он сейчас проявится. Я даже не буду рассматривать второго мужчину, потому что он тут не важен. Он не важен для нашей клиентки, и он не важен так. Важна тема ваши отношения. Могут ли они каким-то образом восстановиться, трансформироваться после всего произошедшего? И я бы вытащила еще карту. Вы сейчас не общаетесь, вы расстались. Что надо делать вам сейчас в отношениях с этим человеком? Надо ли проявлять какую-то активность? Может быть, этот сон призывал Ингу к тому, чтобы более активно соединиться с ним? И, может быть, если бы она это сделала, он бы не заболел? Итак, она как... Что у нас было первое? Она как целительница, пятерка мечей, она как женщина, король кубков. Речь идет не о вашей роли целительницы, а о вашей роли женщины. Любящей женщины, король кубков, которая может сострадать, сопереживать. Правильно? Вот, теперь, мужчина тогда, на тот момент, когда был сон, шестерка мечей, мужчина по отношению к ней находился в состоянии какого-то размышления, какого-то охлаждения, отъезда и так далее. Мужчина к ней в настоящий момент императрица. Каким-то образом что-то он оценил, у меня такое ощущение, переоценил. Шестерка мечей – это какая-то ревизия своих идей и представлений. А возможно, он нуждается в той энергии, которая была у вас. Теперь, что у нас было внизу, что надо делать? Ха-ха, туз жезлов. Туз? Надо действовать, то есть сделать какой-то шаг ему навстречу, возможно. Или я бы прочла это чисто по этой карте. А смотрите, как хорошо. Тут еще прилипла вторая карта. Двойка жезлов еще прилипла. Да-да-да. Так удачно. И итоговая карта у нас. Карта суд. Итоговая карта. У нас ответ на какой вопрос был? Кто помнит? Будут ли они, эти отношения? Я бы сказала, что это не ответ, что они будут. Но вы не проживете дальше без пересмотра этих отношений. И без того, потому что тут тоже жезлов с двойкой, причем эта двойка пряталась. То есть этот мужчина, думая о вас, тоже заинтересован в том, чтобы пересмотреть вашу с ним историю. При этом для него это, вероятно, тоже актуально, потому что 20-й аркан – это кармическая ситуация, ваша с ним, которая, возможно, много воплощений. Так что все, вам надо с ним объясняться. Спасибо всем.